Здорово, одноклубники. Тут маленькая экскурсия в передний редуктор, в размыкатель полуоси, ну и в полуось левую. Это передний редуктор. А вот. Это кардан на передний фланец кардана. Правая граната. Это, соответственно, левая полуось разрезная. Вот он, размыкатель полуоси. Когда у нас отключен полный привод, левая полуось просто в холостую вот так вот крутится гранатой, когда мы катимся. Вот. А вот тут вот разрезная шестерня, которая замыкается вот этим вот кольцом скользящим, вот этой вилкой. Это вот вакуумник. Вот здесь вот он вакуумник. Вот оно, оно. И вот эта вилка, выключая, уходит сюда, включая полный привод, идет сюда. И одевает вот это вот кольцо на вторую часть. И после этого у нас уже начинает крутиться дифференциал. Работает редуктор. Вот. Разобрал я это все потому, что это старый редуктор. Валяется, у меня учебный Денис отдавал. Вот. Потому что мне самому ревизию надо делать. Вот здесь стоит подшипничек вот такой. В нем бегает полуось, вот это место. Вот. Здесь вот таких два колечка. Видимо, роль стопорных исполняет. Потому что на полуоси вот здесь есть проточка. Вот. Видимо, они каким-то образом, разбегаясь, держат от выпадения. Ну, не знаю, может, не держат, хрен их знает. Ну, короче, они там есть. Вот. Это полуось как раз с моей машины, а это с этого редуктора. Вот он, чулок. Вот эта часть сюда прикручивается. Вот здесь в чулке стоит сальник. Вот такой вот, ноковский, стоял. Потом вот здесь стоит подшипник, мертвый. Этот подшипник, соответственно, вот в этом месте стоит. Вот так вот, держит полуось. Это наружная сторона. С наружной стороны вал вот так вот заходит. Здесь тоже стоит подшипник в этом месте. Такой же подшипник здесь стоит. Который потом закрывается родным сальником, вместо которого мы там ставим комплект лечения. Вот эти подшипники тоже умирают. Поэтому, если полуось болтается, надо их менять. Так. Где она? Родная полуось от этого редуктора. Вот он, этот подшипник. Здесь он конкретно умер. На моей, в принципе, также. Поэтому я и разобрал свой, ну, начал разбирать свой редуктор. Буду это все дело менять. Вот. Вот такое кольцо стопорное держит внутренний подшипник вот здесь. И между подшипником и сальником стоит еще вот такое вот колечко. Вот. Ну, как бы вот весь конструктив.